Здравствуйте, дорогие друзья, посетители, подписчики интернет-сайта «Свадьба видео 01». Меня зовут Опенько Сергей. В общем, у меня получился вот такой самодельный слайдер. Сейчас оборудование все дорогое, на все не накупишься, а красиво снимать всегда хочется. И как мы вышли из этого положения, мы решили сделать некоторое оборудование своими силами, своими руками. Я вам решил рассказать, кому тоже интересно, как сделать вот такой слайдер своими руками. Делался этот слайдер из тех материалов, что было, что валялось, что нашел. Вот. Тут он почти уже доделан. Своими руками. Профильная труба металлическая, 20 или 25 на 40. Две полосы. Единственный какой косяк, это я его покрасил трубу. Красил просроченной краской, все что было, своими руками, дешевый. Краска облазь. Найти очень трудно было, поэтому я взял его из зенита. Фиксировать на штатив, чтобы можно было. Единственный минус, то что она немножко заваливается. Потому что все-таки надо было пошире сделать. Вот эти подшипники пошире. Вот. Также я закрутил, подогнал шайбу гровера и посадил все на эпоксидку, потому что все закрыто. Вот такая сюда болтик. Изначально только я заказал болтик, думаю, буду отверткой откручивать, закручивать на свадьбах. Но когда, особенно на диске свадьбах, на национальных, как не позакручиваешь и не подкручиваешь. Обошелся он 300-500.